Главные события дня на информационном видеопортале ТВ Твиль. Он должен был стать благом, но превратился в настоящее зло. В Твери не могут найти спасение от борщевика Сосновского. Ядовитый сорняк продолжает захватывать все новые и новые территории. Вредное растение прочно обосновалось как на окраине города, так и в самом центре столицы Верхневолжья. Городские власти с борщевиком бороться не торопятся, а специалисты бьют тревогу. Не только нашему поколению, но нашим детям и внукам нужно будет с этим растением бороться. В Тверской области поднимут зарплаты врачам скорой медицинской помощи. Соответствующее решение принято губернатором Игорем Рудени. Как отметил глава региона, меры дополнительного материального стимулирования призваны предотвратить отток квалифицированных специалистов в соседние регионы, в первую очередь Москву и Московскую область. Если Москва, Московская область, наши соседние регионы, поднимают зарплату, то мы не меньше, чем они, ценим своих специалистов. В Твери на перекрестке улицы Малая, Тверская и Кольцевая перестали работать светофоры. В администрации города пообещали устранить неполадки в ближайшее время, а пока местные жители переходят дорогу, полагаясь на осторожность водителей, автомобилисты поворачивают, ориентируясь на дорожные знаки. Ну да, естественно, с детьми неудобно переходить.